Привет всем! Хочу показать, обзорчик сделать на титан, на современный. Многие меня спрашивали, как у тебя там чего, думаю, а что, почему бы не сделать такую видюху-то? Посмотрите, вот титанчик вот он. Купил я его лет 5 назад. Сделан с нержавейки. Вот ванная у меня здесь, вот на даче нахожусь я. Топочка. Разжигаю я баллончиком газовым. Вот. Как раз сейчас собираюсь сегодня искупаться. Экономный очень, то, что мне понравился. Вот. Дров много, он не кушает. Очень удобный, мне очень понравился. На ванную хватает его. Мы вдвоем моемся, в итоге друг другу подкидываем дрова. Нагревается 7-10 минут, в зависимости от дров. Ну, если гнилушки какие-нибудь кидать, то там и 15-20 минут можно топить, так не спеша. А так, в принципе, хорошими дровами, там, ну, минут 7 где-то уже кипяток можно уже наливать в ванную. Так что, ребят, такие дела. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!